Дорогие друзья, всем привет! Сейчас у нас в игре есть режим одиночное столкновение, все или ничего, с модом энергетический напиток. И я хочу проапать Эль Прима. И вообще на этом режиме можно проапать абсолютно любого персонажа. Я вам могу продемонстрировать на разных примерах. Сейчас я вам хочу продемонстрировать на личном примере, как я буду играть на примате, покажу, как это легко. Но возможно многие со мной типа не согласятся, начнут спорить, опровергать это, потому что скажут: а, Холдик, так у тебя понятно, он 10 уровень, у тебя все персонажи, ты донатер, тебе легко. Но, если этот ролик соберет больше 7000 лайков, я вам покажу, что прокачка не решает в этом режиме. Первым уровнем любого персонажа 500 плюс кубков. Ну, естественно, это буду не я, у меня клешни, я не могу так играть. Я вам покажу катки Крайсоула. Он Джина может поднять 500 плюс кубков. 500 плюс кубков, там 550, допустим, да, планку. Но это очень сложно будет, поэтому я 7000 лайков попрошу для вас, чтобы для него была такая вот мотивация. Набираем 7к лайков, подписывайтесь прямо сейчас на канал. Ну и можете написать в комментариях, возможно, вам какого-то другого персонажа хотелось бы еще увидеть, как апать на 500. Любого, то есть неважно, донатер вы или нет, вы можете даже первым уровнем, ну если, конечно, хоть немного шарите играть. Вот, естественно, это нелегко, но, по крайней мере, в этом режиме гораздо проще всего. То есть это лучший способ поднять кубки на любом персонаже. Сейчас у меня на обзоре, ну не на обзоре, сейчас будут катки мои на примате. Подпишитесь прямо сейчас и поставьте лайк. Ну а мы погнали апать. А данный видеоролик сделан при поддержке компании 1xbet. Если ты увлекаешься спортом или киберспортом, у меня хорошая новость. У них там огромный ассортимент этого добра. У них большие коэффициенты, быстрые выплаты. В описании в закрепе ты найдешь самую полезную информацию, получай бонусы и удачи тебе. Поехали в бой. Значит, вообще, на этой карте, ну, любят брать Шелли, Була, но они мне уже на 500 кубков, поэтому я взял примата. У меня еще Дэрил есть, ближник, но Дэрил мне не очень нравится. Я вам сейчас покажу, как Булы вот эти жадные и Шелли просто отсос Петрович делают. Сейчас покажу, сейчас покажу, сейчас покажу. Сейчас продемонстрирую. Они жадные, они лезут на банки, но они через боксы не наносят урон. А я с плышаком наношу урон. Вот сейчас еще один подойдет. И смотрите, опа, и все, его нету. Ну, блин, ну второй меня сейчас закрысит, падла. Вонючее такое, падла вонючее. Повезло мне. Двоих булов. Вот так просто. Вот реально бомбит у меня от них. Но на самом деле от Блоу меньше бомбит, чем от Шелли на этой карте. Серьезно, Шелли, если вы встретите Шелли, у нее есть ульта, бегите. Что это такое? Два коктейля, лол. Если вы встретите Шелли с ультой, бегите, ну ее нахер, даже если у вас напиток. Это если только вы на 100% уверены в себе. Потому что Шелли с ультой, она ультанет, нанесет вам урон огромный. И при этом у нее вторая ульта сразу же появится. И она вторую ульту у вас зарядит. То есть это дохера, она там 10к, блин, сносит за пару тычек. Это печально. Против Шелли я уже сделал вывод, не надо выделываться. Я лучше буду обходить, если у них ульта, уф, держитесь подальше от нее. Ну, я думаю, вы сами это знаете. Шелли с ультой — это опасная паразитка. Так. Берем коктейль, погнали в центр. Погнали в центр. Так, о, там Бул раненый. Опа, ча, попалась. Есть, и мы ульту еще набили. Так, у нас 7 банок. Пойдем сейчас возьмем напиток. Тихо, тихо, ой-ой-ой, я не успел взять. Блядь. Сука, я дебил, бля. Я хотел ультой его оттолкнуть, но оттолкнул не туда. Ну реально, это топ-1 должно было быть. Если вот тут не затупил бы, это топ-1 было. Что там, бык остался и еще какой-то лох там внизу. Ну, реально, это был бы топ-1. Ладно, сейчас еще одну катку сделаю, ничего страшного. Ай-я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 й, бычара, бычара, не быкуй, не быкуй. Самое главное — это начало, ребят. Если в начале вы все грамотно сделаете, в конце вам будет легко. Самое главное — это начало. Так, хорошо, сейчас все-таки быки между собой будут в десна долбиться, а я подлечу и, короче, им двоим. Но не получилось, не получилось, пока что не получилось. Примат вокруг напитка бегает. Ждет, когда кто-то подойдет. Типа он такой, знаете, байкер. Ёпа ломать! Иди нахер! Да иди в жопу! Да почему именно я? Бомбит! Сука, бомбит! Какого хуя, блядь, это все на видос происходит? Сорян, все, я не буду материться. Сорян, все, 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 все. До видоса целый час играл.
Топ-1, 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 плюс 7, плюс 7, плюс 7, плюс 7, блядь, на видос тебе просто. Плюс 2, минус сколько сейчас было? Почему примат побежал в мою сторону? Нелепая случайность. Окей, все, это нелепая случайность. Сейчас отыграю, ребят. Все, сейчас сделаю все по красоте. Не понял. Улетаем, 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 улетаем. Это Шелли будет сейчас за мной, да, бегать? Нет, не будет. Надо топ-1 сделать. Я просто не могу начать нормально. Не понимаю. Непруха какая-то. Сука. Так. Оу, щит. Вот это такое я люблю. Ой, еще и коктейль. Вот такое я вот люблю. Это компенсация мне за две невезучие катки. Шелли, подойди, пожалуйста. А, бля, подошла, попалась. Вот это я, конечно, немножечко переборщил, ну ладно. О. Так, что там, бык, да? Ну все, это топ-1. Если я тут топ-1 не сделаю, ребята, я удалю игру. Аккаунт. Канал. Боже, зачем я это наговорил? Господи. Если я топ-1 не возьму, я удалю канал. Вы меня подтянете за слова, да, если я этого не сделаю. Я просто уверен, что я сделаю топ-1, поэтому такими словами бросаюсь. Не, ну если не сделаю, то, ну, я просто этот ролик не выложу. Я сделал топ-1. Не, я, ну там реально на топ-1 все шло. Фух, все. Первая катка топ-1. Хотя начало тут было не лучше. В предыдущей катке было начало гораздо лучше. И в первой катке тоже вроде ничего так. Видите, как получилось. Ладно, поехали. О, смотрите, сейчас быку наваляем. Сейчас мы... Опа. Вот так вот, смотрите. Я обожаю им через боксы просто ломать хлебальники. Смотрите, видите, он тупо жадность его... Моя автоатака. Мой фейл. Мой фейл, друзья. Это мой фейл. Не, ну это он, придурок. Тихо. Сука, я туплю. Я очень много ошибок делаю. Во-первых, автоатака. Если бы не автоатака, я бы того была уже убил. Так, сейчас все сделаем. Главное не спешить, не спешить. А где он делся? Лол. Все, все разбежались, короче. Хотя в центре очень было много народу. У меня есть повтор, я не знаю. Может покажу сейчас, может не покажу. Где в центре, там две Шелли, два быка было. Я тупо размотал всех. Ну не убил, там по-моему двоих убил, а два просто на лоу хп убежали. Это было очень эпично. И сука, когда не онлайн катки пишешь, то есть не на видос, у тебя это все круто получается. Когда ты подрубаешь запись, у тебя что-то идет не так. Поэтому... Так... Ах, блин. Ладно, постоим. Постоим, подождем. Слушайте, ну там можно, да, туда сигануть? Как думаете? Ага. Джесси, короче, порешала все вопросы. О, 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 о. Пдж, пдж, все. О, я еще и коктейль взял. Я думал, не возьму коктейль. Нита, привет. Привет, Нита. Так, три бойца, ну шо, еще раз топ-1 берем, да? Правда, я не знаю, кто там третий, Шелли, да? Или, не-не, там, по-моему, Дэрил третий. По-моему, Дэрил. Ну, Дэрил не так страшен, Шелли опасный, пипец. Я уже какой раз... Затимились, дурачки. Давай, подходи, чё. Не, ну топ-1 не получится, не получилось. Ну, коктейль, блин. Конечно, коктейль решает. У кого коктейль, тот и решает. Но, видите, я все равно затащил топ-1. Поехали. Еще, 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 еще. Хочу, блин, примата сегодня на 500 кубков поднять. Приходите на стрим. Ссылка на канал, где я стримлю, в описании. Ага. Смотрите, вот видите, да? Жадность. Тупо жадность. Вот она, жадность. И так точно. Быков, Шелли, всех просто...
Ну, за исключением там тех, кто с плашаком дамажит. То есть примата, от примата вначале зависит то, что, кто первый нанесет удар. Если первый наносишь удар, то дальше, если ты будешь не автоатачить, не автокликером, да, то ты примата в соло тут нагнешь, потому что у тебя быстрее ульта накопится. Вот. Фрэнк, ну, Фрэнк не, вам не конкурент. О, ультануло. Кстати, я сейчас немножечко рискнул, да? А ну давайте так сделаем. Оп. Все. Сейчас отхилимся. Возьмем баночку вот эту. Давай напиточек. И погнали в центр. 8 банок. Шелли, подойди. Блин. Хрен что сделаешь этой Шелли. И сейчас у меня действие напитка закончится. И она в центр пойдет. И это все. Да блин, вы посмотрите. Для нее это просто... дорожка ко мне в центр. Тихо. Все, прогнали ее. Так, да блин, хоть кто-то попадись. Давайте вот эту банку возьмем. Точнее, напиток. И пойдем, короче, пойдем искать цель. Ну вот, я думаю, спайк подошел слишком близко. Слишком близко подошел спайк. Нам бы ульту, но у нас 10 банок, в принципе. Но это опять же топ-1. Сейчас будет ультить. Да, отлично, она ультанула. Но я ее не добил. Так. Кольт. Слушайте, ну кольт в упор может меня вот с коктейлем вынести. Но я не буду пока на него идти. Так. Ну, сейчас, короче, сейчас... А, вот, 3 бойца осталось. Кольт, Шелли и я. Так, ладно. С кого начнем? Начнем с Шелли или... Да, в принципе, не важно. Бля... Спалила меня Шелли. Блин, кольт берет сейчас этот. Коктейли — это беда. Нет, не берет. Да блин, я никак не могу выйти на них. Они тупо бегают вокруг меня. Топ-1. Еще одна катка. Итого плюс 7 кубков. Ну вот так вот меня устраивает. Вот так вот у меня не бомбит. Короче, друзья. Плюс 17 кубков за сколько? За 12, ну за 10 минут, грубо говоря, да? Вот, и... У меня примат был на 320. Я сегодня примат апал на 420. Сейчас покажу. Это я немного слился. Тут пару дублей делал, слился, бомбило нереально. Вот. То есть за 2 часа, грубо говоря, плюс там 100 кубков. То есть если посидеть, позадротить, я могу его до 500 догнать. Но я думаю, что продолжу на стриме. Поэтому приходите на стрим. А вот по поводу персонажа первого уровня, ставьте лайки. Ну и пишите в комментах, кого бы вы хотели видеть на обзоре. Спасибо вам за просмотр. Удачи вам. И ждите, сегодня еще будет несколько роликов. И также жду вас вечером на стримах. Удачи и до новых встреч. Пока.